Обучение в образовательном центре «Асториум» проходит по трем направлениям – наука, искусство и спорт. Дети находятся в кругу единомышленников круглосуточно. Для этого в центре есть современный кампус со всеми бытовыми условиями и пятиразовым питанием. Приехать в «Асториум» могут школьники со всей республики. В дальнейшем мы планируем последующие смены ставить больше акцент на поддержке детей из районов республики. Потому что у нас существует такая проблема, что у детей, если у детей из города есть возможность заниматься квалифицированных тренеров, то зачастую у детей из районов такой возможности нет. Помимо школьной программы и выбранного профиля, в центре проходят дополнительные занятия по ораторскому мастерству, блогингу и скалолазанию. Прошли программы по шахматам с Федерации шахмат Республики Бурятия. Были проведены программы по искусству. Это хореография, это изобразительное искусство. С нашими партнерами это Восточно-Сибирский институт культуры. Также у нас идут программы по химии, по физике, по математике, по информатике. То есть это все программы естественно-научного цикла, и дети на сегодняшний день готовятся к Олимпиадам. Центр создан в рамках нацпроекта «Образование». Чтобы попасть в «Асториум», необходимо заполнить онлайн-заявку по ссылке в шапке профиля «Асториум 03» в Инстаграм. Марина Михалева, Владимир Попов, телекомпания АТВ.